feeling of going. Хорошо. Если бы не врезался, наверное, ну, 1.5 было бы. This moment is all that matters.
все хуже и хуже.
Beautiful, beautiful. А чё встал там, он непонятно, да?
Куда? Да я пока не пойду. Там плохая погода, мне не нравится. Там будет ливень вообще, я думаю. Поэтому... Там... Да нет, говорю, там будет, скорее всего, ливень. Да не пойду я никуда. Ну, пока нет. Чё мне там делать-то? Если сейчас вот дождь пойдет. Куда мне ее заказать? Да она приедет через 6 лет. Мне уже не нужна будет ни мышка, ничего не надо будет. Короче, плохой этот вариант с заказом. Ну, не знаю, мне не нравится. Чё на сегодня? Чё посмотреть на сегодня? И в дождь, и в град ходит. Не знаю, я пока не хочется мне вид. Да я не играю сейчас в шутаны, все равно. Какая разница мне мышку навестись, только ярлык выпустить и все. С этим она даже справляется пока еще. Так что нормально. Да кофейку, если с молоком нальешь, будет вообще супер-пупер. Какое? Давай, неси, понюхаем. Нормально, да. Точно? Да, да, да. Я не хочу, только... Ну, не надо. Молоко нормальное, можно пить. Да. Thank you.
Отлично, блин. Ну это же праздник какой-то. Это праздник какой-то. Как, кстати. О! Вау! Ну это стоит туда поехать. Что, будет, будут или нет? Где хлеба будет, нет? Они за что хлеб размяк там где-то. Дождь намочил его, да? Понятно. Ну, жалко. Жалко, конечно. Очень хотелось посмотреть на этот хлеб. Меня? Меня вряд ли он ждет. Меня он не ждет. Я его сожгу, если туда приеду. Да нет, я это из памяти уже вычеркнул давно. Ну не, ну-ка, это ж... Потому что в это время... Скорее всего, ты плакала в этот момент. Когда смотришь на музей лука, ты должен плакать. Шелуха! Шелуха! От лука, да.
Завтра клерки, наверное, на кладбище заеду еще с Кириллом. Цветов каких-нибудь купил. Все свободное время проводим. А она ходит? Она там поближе вроде живет. Ну а чё тогда? Ну, просто ладно, туда ездила бы что-нибудь, так на машине туда только доехать. Тут благо Кирюх там по пути, грубо говоря, живет недалеко, там надо сворачивать. Советую все гораздо давать. Something чаёчек там, кофеёчек. Ну, кофе. Да и... Ну, Каширо мне тут, конечно, помогает. Такой хороший японец. Ускорение сдавать уже потихонечку. Воу, одну секунду отыграли. Бэм-бэм-бэм. Супер. Человек. Бэм-бэм-бэм. Бом... Ну, дед. Дед-бом-бом. Очень голубей не задавили, а?
облизал угол, прям красиво получилось. Здравствуйте, Эштон. Как ваши дела? Что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Какая там погода? У природы нет плохой погоды, Вик. У природы нет плохой погоды. Ну, важнее всего вот это. Погода в доме. Ну, значит, надо снять толстовку. Да там будет дождь, Вик. У меня кости ломит. Кости ломит. Дождь будет. Да. Всего. Погода в доме, а все другое суета. Вот это. 36-15. Два, раз, два, три. Бу-ху-пум. Ладно, все. Отлично. Это все записали уже, продолжить. И финальную заставочку, где... Какая молодец, заняла во всех гран-при первое место. Теперь буду хорошо жить. Помогу своей мамаше. Еще купил себе целую гору на вырученные деньги. Вокруг цветет сакура. А Ташира у меня в рабах. Как-то так. Ладно. Вроде все. Че? Охабело? Нормально? Меня устраивает это время, можно переходить в следующую категорию. Спасибо, что смотрели. До свидания.